Здравствуй, папка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немного даже удивился, да чего ж ты прежний был во сне. Прежний-прежний, но такой же самый, словно не видались мы. 2 дня. Ты пришел, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я визжу и висну на тебе. А потом вы начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе. А потом принес те 2 осколка, что нашел недавно у ворот. И сказал: а скоро елка! Ты приедешь к нам на Новый год? Я сказал, да тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся, с удивлением поглядел во тьму. Тьма такая, ничего не видно. Аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобою вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимым? Ведь война когда-нибудь пройдет? Миленький, голубчик мой родимый, знаешь, вправду скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю-прижелаю поскорей фашистов одолеть, чтобы они наш край не разрушали, чтоб как прежде можно было жить, чтобы они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет. Пожелай им всякую удачу, пусть идут на немцев как один. Я пишу тебе и чуть не плачу. Это так, от радости. Твой сын.